Всем привет и приятного просмотра. Начинаем проходить Tomb Raider. Уже вторую часть. Чё, начинаем новую игру. То мы сейчас уже прошли. Это будет известно, так вы увидите это. Значит, начинаем. России, что идем? Сейчас узнаем. Что заставляет людей выходить за рамки обыденного, смотреть в лицо неизвестности? В детстве мы все познаем мир вокруг себя. Мы учимся, мы приспосабливаемся и постепенно теряем способность удивляться. Практически все, кроме немногих. Исследователи, искатели истины. Именно они определяют будущее. Остальные, они все. В горы не пойдут ни за какие деньги. Затерянный город где-то там. Подъем будет не из легких. Я не сдамся. Я знаю! Останься здесь, с ними! Ни за что! Нас и гружу отправляют, да? Тропа ведет вверх по склону. С вершины откроется хороший вид на долину. Давай-ка здесь поаккуратнее. Ветер тут бешеный. Надо идти дальше. Вот это витрина. Знаешь, даже если мы ничего там не найдем, отец все равно бы тобой гордился. Я знаю. Но у меня хорошее предчувствие. Вот нас продолжается история. Черт! Ты в порядке? Оступилась! Все нормально. Заберись. Еще по чуть-чуть. Лара! Ты цела? Иона! Я здесь! И что делать надо? Я сейчас за тобой лезу! Понятно. Нет! Слишком опасно! Я сама вылезу! Уверена! И прыжки. Стой на месте! Да, вот. И мы здесь, да? Так. Погнали. Тут их нас две. А там первая часть одна была, да? Если не ошибаюсь. Со стульки мне это не нравится. Давай. Ай, упал. Ё-моё, а что там делать-то надо было? Значит, повыше надо было собраться. И вот так, да-да-да-да. Опа, готово. Надо перепрыгнуть. Да-да-да, хватайся за руку. Сейчас, секундочку. Настройки. Звук. Вот так сделаем. А там разберемся потом.
Опа. Держу. Давай, давай. Лара, что к тебе? Меня чуть инфаркт не хватил. Ты в порядке? Ага. Пошли. Ну, 50 опыта, это то же самое. Похоже, нам туда. В пещеру. Два кинга. Недурно. Если погода испортится, переждем тут. Думаешь, найдем этот твой город? Шансы, конечно, невелики. Но старый проводник сказал, что видел в горах какие-то развалины. Ну, пожалуй, если бы мне пришлось прятать забытый город, я бы выбрал как раз такое заколустье. Это Йорк. Надеюсь, троица нас не обогнала. Какая троица-то? Буря надвигается. У нас от силы часа два. Хватит. Мы почти у вершины. Так, Лара, подожди-ка опять. Я зайду опять. Звук поменяю. Так. Музыка. Вообще, еще меньше сделаем. Вот так вот, думаю, нормально будет. Что, погнали? О, сугробы. Что думаешь? Мы близко, Иона. Я чувствую. Надо сделать последние усилия. Ладно. Посмотрим, что там. Не, неправда, что-то... Вроде бы надежно, но держись ближе к стене. Лара, как-то изменилась. Ладно. Дальше придется лезть. Смотри, чтобы лед на голову не упал. Ага. Готов? Полезли. Ну, где там ты? О, нормально. Идем медленно. Держись рядом со мной. Если он упадет, то я думаю, ты уйдешь. А, черт! Чудом спаслись! Что делать надо? Вот так вот. А он за мной все не бежит, да? Вот так вот. Сквозь не снимался, да, я так вижу. Нифига себе, вот это перепрыгнули. Перепрыгну! Опа! Боюсь, не перепрыгну! Стой там! Я закреплю тебе трос наверху! Ладно, кравливаю трос! Вот это рискнуло. Ладно. Куда? Опа-на. Давай-давай, держись. Молодец. Нифига, вот это забытый город. Иона, мы добрались. Я вижу развалины. О боже. Я держу. Держу! Лара! Ты меня слышишь? Да. Я тебя вытащу! А, черт! Там! Вот там!
Перекинь меня на другую сторону! Скорее! Ладно, была не была. Давай разгонимся. Давай, мужик, держись. Есть, а. Давай быстрее, а. Вот так вот, хорошо. Опа-на, все готово. Лавина? Леона, назад! Возвращайся в укрытие! Короче, понятно. Опа, давай, давай. Да, веревку, да, вот самолет. Ты чё, опять по этой фигне кататься? Блин, упал. Вообще замечательно прыгнул. Дубль 2. А так всегда делать. Давай, давай, погнали. Погнали, погнали, погнали. Опа. И удар. И поскакали. Нифига себе здесь. А пушки-то мне нет, нифига. Что тут новое тебе у нас, да? Давай быстрее, а. Чё, еще раз что ли? Надо так быстро будет действовать. Уже за эту первую часть уже 3 смерти. Я даже не ожидал такого. Загрузка долго шла, непонятно. Давай, Клара, быстрее, быстрее, быстрее. Это куда ты всю... А, ладно. Убираемся. Давай, быстрее, Клара. Ё-моё, эпидемия всё агает здесь. Вот это да. У меня не день ранее. Англия, Лондон. Не изменил все-таки Клара. Повзрослел, что ли? Нет в нашей жизни большей жестокости, чем ее скоротечность. Мы стареем, дряхлеем, умираем. Но что остается? Кости. Прах. А душа, переходит ли она за грань земного существования? Я верю, что да. В основе многих мифов и легенд лежит истина, не научная, но куда более важная истина. Ключ к обретению вечной жизни. Мне кажется, картина начинает складываться, но... Я не одинок в своих поисках. Они следят за мной, следят за каждым моим шагом. Теперь я знаю, кто они. Троица. Древняя, жестокая секта, жаждущая мирового господства.
ради семьи я должен соблюдать осторожность. Если что-то случится с Ларой или с Анной... О, старая часть. Я никогда себе этого не прощу. Фотография осталась. И все выжили. Столько людей первую часть поубивало. И не жалко никого, да, сейчас? Лара! Это я! Анна! О, боже! Прости, пожалуйста. А что ты здесь делаешь? Я увидела, что про тебя пишут в газетах. И решила тебя поддержать. Врут опять. За тобой не следили? Следили? Конечно, нет. Что случилось? Я, кажется, нашла гробницу. Да не может этого быть. Миф о пророке подтвердился. Папа был прав. Лара, твой отец был нездоров. Нет. Он стоял на пороге великого открытия, неопровержимого доказательства бессмертия души. Я любила Ричарда. Я была готова выйти за него замуж. Но он сломался. Я не хочу, чтобы и с тобой это случилось. Но, Анна, он был прав. Это все остальные ошибались. Гробница в Сирии. В Сирии? О, боже, Лара, нет! Это безумие! Приди в себя. Вернись домой. Не могу, я сама знаешь. Но эта мания сгубила твоего отца. Я видела что-то. Что-то, что я не могу объяснить. Теперь я понимаю, каково приходилось папе. Это все сказки. Глупости. Прошу тебя, опомнись. Ты знаешь, чем это кончится. Только это теперь имеет для меня смысл. Я найду гробницу пророка, Анна. Горячую точку въезжаем. Вам точно туда надо? Мы уже близко. Впереди будет каньон, а там должен быть оазис. Зря время тратите. Ничего там нет. Смотрите на дорогу, пожалуйста. Как знаете. Что-то не так. Это учение просто. Кому-то сказал, так? Они предложили больше. Ты все! Они же обещали не стрелять! Увози нас отсюда! Черт! О, нет! 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 Как Крем, мы сейчас будем против вертолета стрелять? Поздно.
Она должна быть здесь. Че, опять я хожу, да? Идите гробницу. Нифига себе, куда? Это что за город? Рядом город без гробницы. Ты где ключ-то? Ей пушка есть. Офигеть просто. В папиных документах что-то было про это. Сказано, что гробница скрыта в скалах над одним из забытых городов. В легенде упоминается оазис, в котором был похоронен пророк. Тебе не убаваться, ты что делал? Ну чё, полезли? Ассасин. Будем играть опять, да? Так. Тут я забраться не смогу. А тут... А, о! Давай-давай, забирайся. Опа, канализацию нашу. Есть. Да. Тоже об этом думал. Неужели добралась? Точняк. Опа, я опять в воде. Что-нибудь интересное я найду, интересно. Только она пушка. Им тысячи лет, как минимум. Все сходится. Опа. Невероятно. Что-то вроде указателя. Целиком перевести не могу, но это слово. Пророк. Выходит, папа был прав. Один новый континент. Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Тут чё? Вроде бы какая-то карта, но разобрать слова очень тяжело. Так, а чё такое у нас? Таковы чудеса пророка из Константинополя, бесчестно убитого орденом Троицы. Греческий. Да, греческий выучили. И чё, я думаю, мы только в России будем. Опа-на. Так, здесь он исцеляет людей. В отцовских записях это упоминается. Опять греческий выучили. Так, всё. Это какая-то метка. Византийское письмо, но разобрать не получается. Вот пророк разговаривает с чужеземной армией. Он убедил их сложить оружие. Короче, понятно. Мы греческий выучили. Чуть-чуть. Чем можем вот это прочитать, да? Я подзабыла греческий, но... Он указывает на что-то спрятанное неподалеку. Я понятия не стала карте. А тут что, есть что-нибудь? Метка. Продолжить. Так непонятно, что такое еще. Френки. Сюжет, серии планку. Документы. Видео. Ресурс. Нифига тут ресурсы. Че, сюда что идти надо? Он провел своих учеников через пустыню, к оазису. Опа-на. А чё мне вообще? А тут надо бомбить, да? Ну фига ты кулаком что сделал-то? Потайной вход. Майнкрафт отдыхает.
ярко-то, а? Глаза слепит. Нифига себе здесь. Потрясающе. Вот бы папа видел. Фе, о, как тебе повезло-то, да? Ты не видел, только ты это понадобишь, все. Понятно. Опа-на. Тут ловушка мизерная. Да не туда, ё-моё. Покупаемся. Все, блин. Какая у меня? Четвертая, что ли? Офиг его знает. Опа. А куда дальше? А вот метки есть, да? Опа. О нет, они уже здесь. Надо попасть внутрь. Клак-клак, ты одна против всех у тебя, да? Опа-на. Давай, прыгаем. Нога человека не проходила уже миллион лет. Наверное. Давай, прыгай. Я так помню, тут забираемся, да? Орден Троицы неумолимо преследовал пророка. И его учеников, пока не настигли их в укромном оазисе. Ну это понятно. Забираемся, а? Скорпион, Гидеон. Путь внутрь. Копья. Темнота какая. Арбалеты. Бей все подряд здесь. Шлем даже есть. Черт, чтоб тебе. Магазин этих. Опа, да. А вот это неожиданно. Блин, скорпионов сколько, отчуметь вообще. Тут живут, ё-моё. Нифига себе. Ты не боишься, Клара, столько этих? Ну давай, ползи, ё-моё, да. А, F. Давай, давай. Опа-на, молится. По стопам отца достижение получили. Тут была битва. Вооруженные солдаты против пилигримов. Орден Троицы. Что это такое? Что-то подобрал. Что-то подобрал, фиг его знает. А рука нет здесь, интересно? Пророк убит Орденом Троицы. Понятно. Это что такое? Ловушка? Черт, чуть не попалась. Чтобы прицеливаться, как на кумушке. Чего себе, вот ловушка была. Ну, я думаю, скорее всего... Я думаю, скорее всего, мы на этом закончим первую часть. Я так где-то по 30 минут буду делать. Ну, всем вам до свидания, всем пока. Удачного дня.